традиционно выступления на наших совещаниях принято завершать на оптимистичной, положительной ноте. Однако сейчас особых поводов для оптимизма нет. ОБСЕ, по сути, превращают в придаток НАТО и Евросоюза. Организация, давайте признаем это прямо, находится на краю пропасти. Правящий в Киеве неонацистский режим перещеголял даже страны Балтии в своих действиях по законодательному искоренению всего русского. Отрицается само существование русских, их решающий вклад в историю Украины. Людям запрещают общаться, читать и учиться на родном языке, иметь доступ к русскоязычным СМИ и культуре. Фактов предостаточно, а ОБСЕ и ее профильные институты молчат. Сбежал-то мой коллега, госсекретарь Блинкин, я-то не сбегал никуда. Ну, они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят. Они боятся любого честного разговора с фактами на руках, они боятся. И эта же боязнь объясняет и все эти выверты с невыдачей виз нашим дипломатам. И на мероприятии в ООН в Нью-Йорке, и на мероприятии в том же Париже.